Эля, и сегодня я покажу, как делать прекрасный робот Токи-Поки. Пожалуйста, подпишите, поставьте лайк, будет интересно. Погнали! Робот, какие-то поделать. У меня есть выход. Конечно же, лучше всего выбирать те темпы, которые удобны для людям. И сперва все люди думают, а окна, везде окна огромные, но иногда можно делать красивый вид и тогда. А теперь наша первая комната, которую мы будем делать, будет у нас ванная или спальня. Подумаем на комментариях, кто выбирает ванну, поставьте мне сердечко, а кто комнату, красное сердечко. Погнали! Два людей выбирали и сказали, лучше сядь в эту комнату. Комнату для спальни. Здесь будет самое красивое. Ребята, подписались, поставили лайк. Спасибо, ведь может вас я смогу поставить на моем обзоре. Спасибо, Ки. А теперь пошли вперед. Нажимаем вот эту кнопку. Вот. Видим, оставляем самые элегантные полы. Вот это, полурозовые. Поставляем и белый, или розовый обои. Можно поставить намного вот такой. Нет, не такой, а вот такой. Оно дает свет из окна более привлекательный. Ну, у нас девочка будет в комнате, вот и поэтому поставляю вот такое прекрасное розовое. А если большинство не любит розовый цвет, можно поставить вот такое белое. Она не слишком поставляет прекрасный вкус, но розовый в самую тему. Поставляем. Вот большинство ребят любят шкафы поставить, всякие-то вещи, но именно, чтобы шкафы не открывались, вот такие шкафчики поставим, чтобы было удобнее. Так, ребят, я подумала, еще можно вот такое поставить, чтобы было светло. Ну, как эта комната для девочек, мы также поставим прекрасные полки, которые отдадут интерьеру прекрасный вкус. Ну, как эта комната, ну, там, для девочки, мы поставим именно вот такие дверцы. Они очень прекрасные и дают акцент. Вот так. Еще мы сейф. Идеально. Ну, можно сейф поставить вот тут. Но я там что-то другое поставлю. Идеально. А тут поставлю полочку. Больше меньше нужно. А вы до этого поставьте, какой вы цвет любите. Ведь я могу и надо этот цвет сделать прекрасный дома или показать мой ангар Токи-Поки. Вот такой идеально. О май гад. Ребят, я нашла прекрасные вещи, чтобы поставить на акцент. Смотрите, это или вот это. Выбирайте, большой или маленький. Я бы согласился на маленький, потому что он более удобный. Поставим тут по этому цвету. А теперь чуть-чуть это вот так поставим, чтобы было удобнее, потому что здесь еще сюрпризы. Эту комнату для подростков. Вспомним. Вот так. Это более мило. Смотрите, розовый с белым. Это просто шик. Вот, давайте поставим что-то беленькое. Хочу. Ну, давайте вот это белое сердечко. Или, нет, вот этот белый медвежонок. Скажите, просто красота. Вот, мы уже поставили так. Еще, знаете, можно поставить какие-то там картины. Давайте вот это сердечко тут. Прекрасно. А если свет поставим? Вы подумайте, да, это комнате, если не было бы света. Давайте я поставлю вот такие длинные. Смотрите, они как сидят. Вот так. Просто шик. Еще бы я хотела поставить вот такие маленькие облачки. Совершенно акцента. Вот.
Если нет, вы не любите облачки, можно поставить вот это. Я сейчас буду голосовать и скажу вам. Подождите, ребят. Вот, ребята, голосовали, что это можно поставить, и это. Ну, один из них сказал, лучше будет розовый поставить. И вот мы будем снимать розовый, потому что большая часть прям вот эти белые. Мы поставим всего один около вот этого. Вот этой картины, чтобы было светлее. Но если некрасиво, можно снимать. Это по вашему выбору. Но я выбираю вот этот белый цветочек. Ой, вот этот белый цветочек. Потому что он поставляет акцент над этой комнатой, дает вкус и личное пространство. Не забываем об этом. Еще, ребят, можно поставить интересные аксессуары. Например, вот эту свечу тут. Или вместо этой свечи поставить тут зелье какое-нибудь. Давайте-ка тут поставим. А, он сам уже. Так. Ну, не знаю. Вот эти цветы, они очень прекрасные. Прекрасно дают вкус. Мне нравится. Пишите в комментариях, а вам какой цветок нравится вот этих цветков. Девочки, я подумала, еще можно поставить косметику. Вот одна пара. И вот такую расческу. Еще можно фен. Вот такой желтый. Смотрите. Смотрите, здесь все желтым, белым и розовым. Если это не красота, то не знаю, что сказать вам. Я не знаю просто. Так, ребят, я подумала, я хочу сделать сюрприз. Я сейчас все тут перестрою, а вы оцените потом в комментариях, как вы это оцените. Окей, ребята? Ребят, я все поставила, все, смотрите. Тут у нас находятся деньги и золото. Тут свечка наша. Тут все приложить. Вещи, которые нам нужны для, ну, там, школы. Тут косметичка. А тут колечко. Да, прекрасно. Да, она блестит. Прикольно. А давайте теперь вот давайте. Ребят, я не знаю теперь, какую комнату можно перестроить. О, я придумала. Наверное, что придумала. Я могу так сказать. Можно вот эту комнату взять. Смотрите, вот эту комнату, смотрите, она очень милая. Тут я буду делать гостиную. Она удобна для этого. Ну, давайте. И вот сперва выбираем удобную краску, чтобы было спокойнее. В этот раз берем вот такой цвет и берем светло-розовый. Прекрасно, например, отсюда просто шик. Поставляем идеальный мебель. Вот этот. Где-то надо видеть, что некрасиво. Можно поставить чуть-чуть огромную, чтобы был прекрасный вид. Например, вот этот. Просто прекрасно. А если так, будем поставить один тут, другой тут, поставить вот тут телевизор, вот такой, можно даже без этого быть, но тут есть что-то делать, сейчас покажу, надеюсь, вам понравится, вот этот. Вот еще вот такой.
Поставим столик. Наверное, поставим такой, чтобы было, ну, там, мило и идеально. Жрать идеально так делаем. Ну, согласитесь. В комментариях будет мой канал, лайки. Если вы будете смотреть, то поздравляю, там самые интересные мои видео. Там все мои подписчики, поверьте. Я тут бы хотела поставить что-то интересненькое. Давайте поставим такое пирожное. Все идеально тут. Еще коврик можно поставить. Самое маленькое, самое белое. Вот такой. Ой-ой-ой. Красота и спокойствие. Но я хотела бы еще одну картину строгую тут там. Я люблю такие строгие картины. Я тут нашла одну самую идеальную картину. Давайте, вот. Это как будто картина родственников поставим. Просто прекрасно. Поставляем. Давайте-ка. Я чуть-чуть тут. Вот это. Поставим тут цветочки-то. Подождите, ребяточки. Ребят, план по мне ничего не может поставить на это место. Это видим и поставим что-то другое. И сюрприз. Я закончу и покажу. Сюрприз это будет для вас. Ребятушки, а вот и мой сюрприз, скажите, очень прекрасно. Например, этот мультфильм. Мне нравится, но немного дел. Ненавижу. Ну, закончим. А ну-ка пойдем в другую комнату. И ну, а теперь будем делать балкон. Балкон ничего не можно менять. Я бы хотела тут поставить маленький коврик или либо ну, какую-нибудь качалку. Качалку, да. Посмотрите варианты. И я поставила вот это дерево. Ну, я передумала при качалке. Она прекрасно дает интерьер и воздух. Согласитесь. А теперь я покажу следующую комнату. И здесь я буду делать половину спортзал, а половину зал, где будут отдыхать. Например, там теннис, боулинг или типа того. Да, я так нормально не понимаю про спорт. Ну, согласитесь, будет круто. Выбирать прекрасный цвет. Я бы хотела, чтобы были обои, но смотрите, ромашки, если поставить, это не будет слишком спокойно. Вот и поэтому выбираем лайм, цвет лайма. Также у нас будет пол около такого цвета, вот такого. Идеально. Но для спокойствия это слишком мало. Вот и поэтому берем очень крутые и ну там черный ответ или цвета. Шик. Да, если черный был. Шик, но это. Здесь поставляем. Здесь мы будем поставить вот такое. Так вот. Это мини. Ну, вы сами поняли, я не знаю. Поставим это. У нас будет тикиша. Пару вид спотов. Я хочу показать позже, как будет вот эту половину комнаты. Вот, ребят, я половину комнаты почти. Ну, там ничего вообще не видно. А теперь половину комнаты игровая. Сложный вариант с вами. Нет, поставим PlayStation. Ну там тоже было так, но ничего. Я люблю музыку. Музыка нужна. Надеюсь, вы подписались. Спасибо за подписку, ребят. Еще вот такую игру, я не. Ну, смотрите, вот камела. Я музыку потом поставлю.
еще есть тоже такая, только вот такая. Телевизор есть, больше надо. Я думаю, что же еще поставить над интерьером темного и игрового. Это аппарат для сосоками. Также можно и поставить, ну, смотрите, я это бы хотел поставить вот тут, на спорте, ну, просто ставится. Он будет помогать спортом. И вот такую вещь для музыки. Просто шик. Еще поставим нормально, чтобы... Вот. Идеально. Это тоже музыка. Сейчас музыка отключить. Ставится так музыка, ставится. Сейчас покажу, как работает вот эта вещичка. Поставлю при этот коктейль. Вуаля. И все. Вау, ребят, мы правда постарались. Мне нравится. Здесь есть все цвета. Дом прекрасный. Но осталась всего одна комната. И это будет ванну. Нам нужно вот такой ламинат с светлыми тенями. И нежный цвет. Например, можно поставить вот этот просто цвет, но похожий на тот. Вот это реально похож. Ну, давай поставим этот. Берем ванную. Вот, посмотрим-ка. Тут есть разные способы, но нам нужно прямо ванная. Вот это идеально. Подойдет. Берем туалет. Прикольно слышно. Вот это поставим прямо около него. Поставляем ванну. Желтым цветом, а не белым. Желтым. Там просто зеркало. То есть что вас скажет большое-большое. Но нет, берем вот это идеальное. И маленький, чтобы был круглый. Косметичка у нас есть. Теперь нам нужно стиральная машина. Поставляем это вот тут. И стиральную машину около него. Прекрасно. Просто шик, ребятушки. Мне нравится. А теперь изюминки. Ой. Вау, ребят. Здесь очень прекрасно. Посмотрите, здесь и зелень, и красота. А теперь обзор на весь дом. Смотрите. Первая комната, которую мы делали, это была спальня. Здесь были интерьеры на розовый и белый, золотой цвет. Здесь был зелень, здесь и был розовый, и свет, ограниченный по всей комнате. Следующая комната, которую мы делали, это была... гостиная. Гостиная была обычной, но и прекрасные цвета были очень нежными. Цвет был достаточно привлекательным. Следующий был у нас зал для отдыха. Здесь была половина спортзал, половина игровая. Все идеально, свет дополнительный и прекрасный. Цвет успокаивает людей. Следующая комната, последняя, была... ванная прекрасная, изумительная и светло. Также есть стиральная машинка под цвет дома. А если тебе понравилось это видео или я тебе помог сделать прекрасный дом за пару минут, пожалуйста, поддержи мне, поставь лайк, подпишись, ведь мне будет очень приятно. Всем пока!